О замене хрусталика глаза для решения многих проблем слышали все. Эта процедура сейчас очень востребована. Но вот какую искусственную линзу нам предложит современная наука, узнаем у специалиста. Сегодня офтальмологи могут справиться с самыми сложными проблемами. Например, при катаракте, возрастной дальнозоркости и других заболеваниях глаз применяется эффективный метод восстановления зрения – замена природного хрусталика глаза на искусственный. В том случае, когда хрусталик у человека потерял прозрачность, это бывает связано или с травмой, или в возрастном аспекте, или если у пациента есть очень значимое нарушение оптики или рефракции, то в таком случае показана хирургия на хрусталике. Качество зрения, получаемое в ходе такой процедуры, напрямую зависит от того, какой искусственный хрусталик использовался для имплантации. Офтальмологи все чаще рекомендуют интраокулярную линзу. Эти хрусталики, они характеризуются так называемой мультифокальной конструкцией, что дает возможность получить максимально высокое зрение пациентам и избавиться от необходимости ношения очков. Эти хрусталики дают возможность пациентам читать, работать на компьютере, управлять автомобилем, что существенно повышает качество их жизни. Кроме этого, мультифокальные хрусталики имеют так называемый сферический компонент, который повышает яркость и контраст изображения при условиях различной освещенности. Поэтому профессиональным водителям или лицам других профессий, которым требуется высокое зрение при разном уровне освещенности, такие хрусталики наиболее показаны. Грамотные врачи выполняют имплантацию интраокулярных линз при помощи высокоточного хирургического оборудования. Это дает возможность проводить процедуру максимально щадящим образом, амбулаторно. Зрение полностью нормализуется в течение всего нескольких дней. Спонсор рубрики – офтальмологическая клиника «Эксимер».